Всем привет, дорогие зрители! Пришел я на известный проект, который называется Heaven Hills в районе Махмутлар. Тут квартиры уже почти продались. Кто меня вовремя послушал, он купил эти пирожки в этом проекте. Кто не послушал, это их личное дело. Так, проект будет сдан 30 июня 2022 года. Полностью будет сдан в эксплуатацию. Покажу я вам сейчас прайс-лист проекта. Что осталось? Секундочку, я исправлю документик. Вот. В Б-блоке, в известном этом блоке, остались квартиры на 9 этаже. Вот вам цены. И осталось на цокольном этаже. Цокольный этаж вот этот. Нулевой считается. 62 500 евро. Кому интересна вся планировка квартир, все могу отправить. Здесь у нас две квартиры. Вот 45-я. 81 квадратный метр. Это 1 плюс 1. Она очень просторная, как 2 плюс 1. Я постараюсь сейчас подняться в эту квартиру и отснять ее вот с того этажа. Вот та сторона, там вид на море и тому подобное. Посередине у нас две квартиры по 52 квадратных метра. И крайняя, вот номер 48, 90 тысяч евро стоит, 81 квадратный метр. Это блок Б. Сейчас, в блоке Д, что осталось, нет, в блоке С покажу я вам. Вот, дорогие зрители, это блок С. Это блок Б, С. И вот в этой стороне у нас блок Д. В блоке Д эта сторона у нас квартиры 2 плюс 1. Там одна спальня большая, но одна маленькая. Покажу планировку. Кому интересно, все могу отправить. Тут будет у нас беседка, большой бассейн, вся инфраструктура. Сами фотки сейчас увидите. Цены, которые остались в С-блоке. 1 плюс 1, все. Цены начинаются от 62 500 с нижнего этажа, 65 тысяч, вот есть. Сами все посмотрите. Так. И у нас в блоке D 2 плюс 1. Вот цены. Верхние вот эти фиолетовые, это 3 плюс 1. Боковая часть 170 тысяч евро. И эта боковая часть 3 плюс 1 175 тысяч евро. Вот ветра стал. Так, а посередине, вот видите, да, 149 500, 145, 145. Это 2 плюс 1 двухуровневые квартиры. Вот это и эта квартира у нас 2 плюс 1, вот эти 2 плюс 1, и вот эти 2 плюс 1 остались за 91 тысяч, за 93 500 и 93 500. Все. Остальные посередине зелеными отмечены, это все квартиры 1 плюс 1. Увидели блок D. Сейчас я поднимусь в блок D. Покажу вам 2 плюс 1 и 1 плюс 1. А потом поднимусь я в блок B. Там хороший вид также, и здесь также вид есть. И скажу номера квартир и прайс-лист я вам добавлю все туда в ролике. Ждите, у меня сейчас будет там отдышка. Пока я буду подниматься, скажу, что здесь первоначальный взнос 30-50% в зависимости от того, что вы внесете, от гибкого графика вашего, если же пожелаете купить тут. И рассрочка до конца 30 июня 2022 года. Ихние вот это условия такие. Сейчас покажу вам. Вот, дорогие зрители, это 2 плюс 1. Планировку хочу показать вам. Так, в этой стороне у нас санузел. Такой просторный, не маленький. Здесь у нас гостиная. В этой стороне будет кухня. Это угловая часть, все квартиры 2 плюс 1.
Вот. Я сейчас нахожусь на нижнем этаже. 80 тысяч евро вот стоит вот эта квартира. Для меня есть особенная скидка от застройщика, мой друг. Земляк, короче, сами поняли, обращайтесь. Здесь у нас будет балкон от спальни. Здесь они себе дорогу сделают, потом достроят его. И здесь у нас вторая спальня. Теплые полы. Везде установлены газовые трубы, уже подготовлено к запуску газов. Как в Алане появится газ, в этой квартире можно сразу подключать. А так уже отопление везде можно также подключить. Купите радиаторы, установите, и все, будет у вас теплая квартира. Здесь у нас балкон, вот покажу стройматериалы, двойные окна, термопакет, шумоизоляция хорошая. Выходим на балкон такой вот, и здесь будет бассейн, шмассейн, там шпики-пики, все будет рядом с вами. Можете прямо отсюда в бассейн прыгать. Ну, кажется, бассейн впереди. Но если что, я вам канатную дорожку мы закажу туда, прямо не выходя из дома. Пойдемте дальше, я поднимусь на верхние этажи. Планировку я вам 2 плюс 1 показал. Спальня тут как-то... Одна спальня 10-11 квадратных метров. Вот жилая площадь. Это у нас 120 на 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лазерный измеритель забыл в машине. Так что отмерил бы. Планировку по квадратным метрам все могу вам отправить. Поднялся я на верхний этаж. Я хочу показать вам. Вот 54-я квартира. Вот она, 54, 175 тысяч евро, 3 плюс 1. Покажем. Вот. Здесь у нас санузел. Мастер поговорил. Я потихоньку встану в эту краю, вдруг упаду. Так, у нас здесь спальня первого этажа. Вот такой вид на море, на соседнее здание и на горы. Ну, здесь что-то в будущем, наверное, построят. У вас кусочек вида на горы останется. И здесь уже трубы подведены к радиаторам. Теплая, холодная вода. Гостиная. Здесь у нас кухня. Вот так еще покажу. Вот. Здесь у нас балкончик квадратный такой. Вот вид с балкона. Это античный город на углу. Ну, на любой вкус есть квартира. Тут разница только в ценах. Поднимемся наверх. Так. Здесь я не знаю, что будет. А, здесь прямо комната, что ли, сразу. Стенку не достроили. Вот такой тоже одинаковый балкон, как внизу. Вид с террасы. Это уже терраса. Веранда. Вот такая. Здесь у нас санузел просторный, не маленький, вот такой потолочек. Еще не открывается. И вот такая вторая терраса большая. Та была поменьше. А это побольше. И вид на солнышко. На птички, на кузнечки. Вот такой балкончик, терраса, то есть. Здесь я не понял, что такое. Сами объяснят.
это показал. Здесь, кажется, у нас... Это уже другая квартира. Стойте, я не понял. 3+1. Подождите. Ну да, все-таки 3+1. Внизу была гостиная, 2 спальни и это верхняя часть. Тут можно гостевую сделать, спальню сделать, хозяйскую. На ваш выбор. Сейчас я вам покажу 2+1 дуплекс. Угу. Так. Вот это 2+1 дуплекс. Есть санузел. Вот. Здесь у нас вторая спальня. И гостиная, совмещенная с кухней. Кухня тут будет установлена. Здесь у нас лестница, дуплекс, подниматься наверх. Я туда подняться не могу, потому что лестники не установили. Вот такой вид с этой квартиры. На море, на горы, на античный город, на Ула. Есть балкончик. Это квартира номер 53. Цена 149 тысяч 500 евро. Вот такой балкон. Угу. Так. Так. Все показал. Ага. И сейчас поднялся я на 7-й этаж. Квартира номер 44. Вот. 57 квадратных метров. 82 500. Видите? Увидели, да? Увидели? Так. Здесь у нас санузел. Тут спальня. Эта сторона восточная. Вид на горы. На... Все, я сейчас вам покажу с балкона. Тут сверлят. Это у нас гостиная. Просторная, не маленькая, совмещенная с кухней. Вот. Так. Отсюда вид на все горы. Красиво очень. Вот. Просторная квартирка. И выйдем на балкон. Такой балкон. Тут один балкон. В других двухкомнатных квартирах 2 балкона. Это 57 квадратных метров, а другие 65 есть. В D-блоке они маленькие, чем в B-блоке двухкомнатные. Так как здесь планировка другая, чем в другом блоке, потому что 2 плюс 1 есть в этом блоке. А в других блоках только 1 плюс 1 и дуплекс квартира. Вот такой вид с этой квартиры. Цена этой квартиры 82 500 евро. Все, иду я сейчас в 43-ю квартиру. 43. Вот это 43-я квартира, видите, 7-й этаж, 43. Цена 92 500. 10 тысяч евро разница. Посмотрим, почему такая разница. А, все, понятно, дорогие зрители. Эти две квартиры, 2 плюс 1, прямые. Сейчас покажу я вам. Просторный санузел, гостиная. Если у меня ролики скорость высокая, можете в Ютубе убавить скорость. Там 0,5 сделайте, медленно все будет показывать Ютуб. Так. Вот такая гостиная, совмещенная с кухней. Здесь у нас первая спальня. Вот. Тут 65 квадратных метров жилая площадь. Вид с этой спальни на горы. Тихие. Угу. Здесь у нас вторая спальня. В трех комнатных квартирах 2 плюс 1. Один санузел. И французский такой балкончик.
Вот такой вид. А также у нас есть балкон. Эта сторона север и северо-запад. Кто хочет убежать от жары, может купить себе северную часть. А кто хочет солнышко, теплоту, то и юго-восток, юго-запад. Так. Все, дорогие зрители, я вам в этом блоке показал все варианты, какие есть. 1 плюс 1, потом дуплекс 2 плюс 1, 3 плюс 1 и 2 плюс 1 еще раз показал. Цены еще раз показываю. Эти боковые части, вот эти, это 2 плюс 1. Посередине 1 плюс 1. И вот эти боковые части от 93 591 тоже 2 плюс 1. Только вот та сторона, дорогие зрители, вот та сторона этого блока. Сейчас пойду я в блок Б. Оттуда покажу 1 плюс 1, которые остались. Все продано тут, видите, остались верхний этаж, 9 этаж. Придется подниматься туда, лифт не работает. Дорогие зрители, насчет шоурума. Меня попросили снять шоурум. Шоурум не могут подготовить, так как они как начинают подготавливать шоурум какой-то квартиры в этом проекте. Квартира продается. Не успевают они сделать шоурум, но сказали, что какую-то квартиру они уже точно сделают. Я жду. Почему я долго не снимаю? Потому что я тоже, как и вы, ждал, чтобы шоурум они сделали для показов. И чтобы лифт был готов. Лифт тоже пока не делают, ничего не запустили. Так что нужно подниматься на верхние этажи. Это С-блок. Туда я не поднялся. Там цены еще раз я покажу. В С-блоке. Так. Так, прайс-листы. Вот С-блок. Там тоже хорошие виды. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Очень хороший проект. Здесь, в Алане, наверное, очень просторный двухкомнатный квартир. Видите, 81 квадратных метров, это жилая площадь. Ну, там еще стенки, 5 квадратных метров где-то стенки включены. Скажем, 75 квадратных метров жилая площадь. Два балкона. Сейчас я здесь покажу вам примерно в этом блоке. А вы сами ориентируйтесь потом. Придете на месте, я вам все объясню, покажу. Пожалуйста, оденьте бахилы. Одену, одену. Бахил нет. Вот в таком виде будет. Так, пойдемте наверх. Вот квартира уже готовая. Так, здесь темновато. Дорогие зрители, поднялся я на 9 этаж. Вот, 81 квадратных метров. Так. Цена 92 500. Показываю. Вот такая прихожая, просторная. Здесь у нас встроенный шкаф. Тоже глубокий. Темновато стало. Поздно снимаю. Санузел просторный. Так. Искажение изображения уже. Здесь у нас спальня. Вот. Вид со спальни. Ах, как красиво, закат. Ой, солнышко, куда ты убежал? Вот. Здесь у нас первый балкон. Поняли, да? Это 1 плюс 1. В блоке D из 1 плюс 1, из двух квартир на одном этаже сделали 2 плюс 1. Это почти как трехкомнатная квартира, скажем, 2 плюс 1. Вот такой вид с этой квартиры. Кому интересно, онлайн-трансляция, все есть. Приду на месяц, покажу ту квартиру, которую вы желаете. Вы сперва напишите мне в WhatsApp, а во всем я сам помогу вам. Прайс-лист, там фотки, мотки, конфетки, все отправлю.
Так, нос с смайликами. И вот такой полукруглый балкон. Тоже радиатор. Здесь устанавливается котел вот этот электрический. Можно газовый, может электрический. Система комби у них называется. Какая красота. Вау! Yeah. Так. Здесь у нас будет асфальтированная дорожка. Вид на соседнее здание. Так, так, так. Досмотрите до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать мои ролики. Потому что с каждым днем я все буду находить вам все красивое, хорошее, подешевле. Значит, этот проект 52 квадратных метра. Вот показываю планировку. Весь санузел. Тоже здесь с правой стороны лишь душевая кабинка. Вот видите, это уже квартирка поменьше. Уже как настоящая двухкомнатная квартира. 1+1. Такой балкон выход. Также балкон большой. Ай, солнышко, я тебя поймали. Иди-ка сюда. Угу. Вот такой вид будет по вечерам у вас. Угу. Шпинг-шпук. Здесь у нас встроенный шкаф. Глубокий. Не глубокий, маленький. Так, здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Качественно строим материалы. Так, покажу, чтобы понимали. Вот у нас фирма Блум. Доводчики. Так, здесь гранит. Все с щитоводчиками. Так. Что там? Ты что? Эй, повернись нормально. Давай, поворачивайся. Так, и вот гостиная, совмещенная с... Ой, что-то он... Голова у него уже пошла. Так. Угу, поднимаем камеру. Открываем двери. Вот балкон. И вид на закат. Ой, как красиво. Эй, камера, поднимись наверх. Чё? Давай, 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 давай. Солнышко убежало, убежало, убежало. Давай, лови его. Вот такое солнышко-то. Все, дорогие зрители, камеру удалю. Ага. Так. И еще есть одна квартира, планировку покажу. Она посередине лифтов. Вот здесь лифт у нас, два лифта в проекте. Вот это второй, и здесь его тоже планировку покажу. Другая планировка у нее. Вот, входим. Здесь душевая кабинка, темновато. Спальня. А, здесь гостиная побольше. Вот здесь спальня. У нас спальня. Вот такая. Тоже не маленькая, скажу. И здесь у нас... Так. У нас вид на горы и на соседнее здание. А здесь у нас гостиная с кухней. Вот это уже другая планировка. Угу. И второй балкон. Номер этой квартиры я не знаю, кажется, она продана. Просто показал квартиру, которая между лифтами. Вот. Ой, как красиво, облака. Вот остались вот эти квартиры. 7-й этаж, 9-й этаж. В этом блоке. И вот это, что есть на цокольном этаже. Дорогие зрители, я надеюсь, вас не утомил. Я стараюсь снимать короткие ролики, чтобы вас не мучить. Так, если вам понравился этот проект, пишите, звоните по номеру WhatsApp. Я всячески вам помогу,
выбрать квартиру вашей мечты в солнечной Алании с потрясающими видами, закатами. Мистер Агаси всегда тут, в Алании. Никуда отсюда не уедет. Наверное, никогда. Я выбрал свою судьбу жить в Алании. И помогать, выбирать, искать квартиру. Все. Всем желаю всего-всего хорошего. С вами был мистер Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.